Депутаты городского совета Красноярска сегодня проверили недавно открывшиеся детские сады. Они побывали в 4 учреждениях, введенных в эксплуатацию в декабре прошлого года. 2 детских сада в микрорайоне Пашины и еще 2 на улице Грунтовой и Алеши Тимошенкова. Все эти учреждения обеспечены современным оборудованием, качественной детской мебелью, игрушками и необходимым спортивным инвентарем. Вопросы у депутатов вызвала лишь недостаточная наполняемость детских садов. Некоторые группы укомплектованы только наполовину. Правда, специалисты заверили, что это временно. Садики открылись в конце года, и некоторые родители еще не успели оформить нужные документы. Программа, вернее, задание, которое было перед Главным управлением образования, перед администрацией города, она выполнена. Она выполнена, и мы видим сегодня с вами, если еще дети не зашли, значит, мы уже видим с вами, что у нас просто еще и перспектива есть, да, для того, чтобы почистить очередь и еще ребят привести в детские сады. Ну а в следующий раз депутаты намерены проверить строящиеся детские сады. Сейчас в городе 2 таких объекта. Один в Солнечном, другой на проспекте Металлургов. Каждое из учреждений рассчитано на 270 ребятишек. По контракту закончить строительство должны в ноябре этого года. Сейчас идет монтаж основных строительных конструкций, коробка, если проще говоря. То есть в Солнечном ситуация несколько похуже с готовностью. Там сейчас завершены работы по устройству фундаментов. А вот начинается нулевой цикл, а в детском саду на проспекте Металлургов там готовность выше, там уже завершается монтаж коробки.